В этом видео речь пойдет о Serum, децентрализованной бирже в сети Solana. Вы научитесь торговать на ней, узнаете о системе ончейн книги ордеров, токене SRM и преимуществах, которые он дает своим держателям. Подписывайся на канал Криптон, а мы начинаем! Serum является протоколом децентрализованной торговли в сети Solana, использующим ончейн систему книги ордеров. В такой системе цена актива устанавливается на основе заказов пользователей на покупку или продажу актива. Обычно система книги ордеров используется на централизованных биржах, но в Serum она работает исключительно на блокчейне, без центрального сервера, что делает систему книги ордеров безопасной и честной. Более подробно о механизме формирования цены по принципу книги ордеров и АММ вы можете узнать из нашего видео сравнения централизованных бирж и децентрализованных обменников. Благодаря тому, что протокол Serum можно легко изменять, добавляя новые элементы, существует множество проектов, работающих на его основе и при этом предлагающих свои уникальные функции. Например, такими проектами являются игровая метавселенная Star Atlas и протокол управления активами Solrise, о которых у нас есть отдельные, а что самое главное, подробные видео, которые вы сможете найти по ссылкам в описании. Мы покажем пример использования протокола Serum на наиболее популярной децентрализованной бирже – Raydium DEX. Перейдя к Raydium DEX, вы можете официально найти Serum, ссылку на который вы найдете в описании, нажав на Trade on Serum DEX. В открывшемся интерфейсе подключите свой кошелек в сети Solana, нажав на Connect в правом верхнем углу. Например, для этого подойдет кошелек Solid или Phantom, о которых у нас также есть подробные обучающие видео. После подключения кошелька вы сможете торговать криптовалютой с помощью лимитных, то есть отложенных ордеров, которые будут исполнены только при достижении активом определенной цены. Для этого выберите желаемую торговую пару и выберите тип ордера – на продажу или покупку, после чего введите цену, количество токенов, которое должно быть кратно 1/10, и нажмите кнопку «Лимит». Заметьте, для большинства торговых пар существует ограничение на минимальную сумму ордера. Обычно оно эквивалентно 1/10 сол. Текущее значение цены вы сможете отслеживать в разделе «Книги ордеров». Сверху будут показаны общие суммы ордеров пользователей на продажу криптовалюты по определенной цене, а снизу общие суммы ордеров на покупку по определенной цене. Например, если вы хотите быстро купить криптовалюту, вы можете установить наименьшую цену, по которой кто-то уже продает криптовалюту. В таком случае сделка совершится моментально. С помощью опции POST в случае размещения большого запроса на покупку или продажу, он сможет начать исполняться только после полного добавления в книгу ордеров. А благодаря опции IOC, в случае частичного исполнения вашего ордера при достижении указанной цены, неисполненная его часть будет отменена и возвращена на ваш баланс. После достижения указанной цены ваша криптовалюта будет продана или куплена, и вы сможете вывести ее, нажав на Settle в нижней части экрана. Исполненный ордер переместится в раздел Recent Trade History, где вы найдете, например, информацию о времени его исполнения. Отменить созданный ордер вы сможете во вкладке Open Orders, нажав на Cancel. Чтобы отправить токены, которые вернутся из отмененного ордера к вам на кошелек, также потребуется нажать на Settle в разделе Wallet. Serum DEX является частью экосистемы продуктов Raydium, в которые также входит AMM-обменник, площадка доходного фермерства и платформа для запуска токенов и дропов NFT. С полным разбором этих продуктов вы можете ознакомиться в нашем видео по Raydium. Нативный токен протокола Serum, SRM, используется для голосования за внесение изменений в протокол и получения преимущества для пользователей Serum. 90% общего предложения токенов находится в блокировке и будут линейно выходить из нее в течение 6 лет. Большая часть токенов распределена на развитие проекта, совершенствование протокола и награждение сообщества. Комиссии при торговле по протоколу Serum различаются в зависимости от количества токенов SRM, которыми вы владеете, и для тейкеров уменьшаются от 0,22% до 0,1%. Комиссии для мейкеров постоянна и равна 0,03%. То есть протокол доплачивает мейкерам за создание ликвидности. Узнать, кто такие тейкеры и мейкеры, вы можете из нашего видео, ссылка на которое будет в описании. Проверить свой комиссионный уровень и текущие комиссии вы сможете на площадке Raydium DEX во вкладке Fee Discount. Средства, полученные с комиссии, используются в основном для
выкупа токенов SRM с рынка и последующего его сжигания, что повышает ценность токена и устойчивость протокола. Торгуй криптовалютой децентрализованно и подписывайся на канал Криптон и наши соцсети. Все ссылки будут в описании.